Всем добрый вечер, девчонки, мальчишки. Сегодня у меня будет здоровый и бюджетный вариант ужина. Я возьму капусту белокочанную, 2 яйца и 3 зубчика чеснока. Вот, ну как же Ксюша без чеснока, да? Это не Ксюша. И любые специи вы можете взять по вкусу. Что мы сейчас с вами делаем? Все очень просто. Мы просто шинкуем с вами капусточку. Капусточку нашинковали, перекладываем куда-нибудь в тару, в какой-нибудь тазик или в тарелочку. Так. Мы сейчас ее будем чуть-чуть мять, для того, чтобы она была более мягкая. Возьмем чуть-чуть соли, ну, где-нибудь щепотку. И хорошо ее помнем, чтобы она у вас была сочная, вкусная. Капустку мы помяли, сейчас натрем сюда чесночка, чтобы нам же было вкусно, чтобы какой-то вкус был приятный. Так, у нас еще 2 яичка. Извиняюсь, 2 яйца. Мы вот все время почему-то забываем про капусту. Хотя, по идее, она самая некалорийная, самый бюджетный вариант вообще еды. Сейчас мы это хорошо все перемешаем. И добавим сюда специи. Мне даже завтра еще на завтрак хватит. Специи я возьму карри сегодня, так как у меня, по-моему, больше ничего не осталось. Вот. И у меня есть 7 перцев. Такая приправка. Чуть-чуть припорошу. И еще раз перемешаем. Так пахнет. Вкусно. Если, конечно, желаете, можете еще сюда добавить или фарш куриный, или индейки, или мясо. Как вы желаете. Насколько ваша фантазии хватает. Самое главное, чтобы на ночь вам было не тяжело. Это есть. А сейчас я возьму новую сковороду. Вчера уже рассказывала, я купила по акции. Хорошая сковородка такая, добротная. Вот. Сейчас все это буду распределять и буду делать в виде лепешки. Значит, я так вот распределю. Вот так. Вот и поставим с вами на огонь. Посмотрим, сколько надо, нужно будет минут. Но я думаю, что с одной стороны минут 10, и с другой стороны тоже минут 10. Так, ну что, мой блинчик готов, только я его развалила, потому что у меня тарелочка-то небольшая. Вот я сюда положила, где-то у меня получилось здесь 200 грамм. Вы можете к этой капусточке еще взять, допустим, ложку сметаны. Так все обмакнуть, намазать, и я думаю, что будет очень вкусно. Вот такой у меня сегодня ужин, плюс еще кефир. Всем доброго вечера, хорошего настроения. Всего вам желаю хороших отвесов. Я напоминаю, что я не учу, как худеть, а я худею сама. И мне это очень нужно. И я думаю, точно так же, как и вам. Всего доброго, хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока. С вами Ксюша Чем.